Мои ребятки. Голубец маленький. Маленький голубечек, да. Растет, сынуля. Это вон там мамуля. Это его сестра. А, сестричка. А братик. Стоит шаль. Это Унечка. Голодулечка. Такие вот у меня собачки. Все в ожидании обеда. Сгрудились. Да, Патрик? Патрик. Патрик хороший полосатый мальчик. Да, такой хороший. Хороший. Да. Да, Люкс. Это Люкс, голубой мальчик. Люксичка. Люксик красавец. О, какой мальчик замечательный сейчас. Ой. Патрик замечательный мальчик. Да, Катя замечательная девочка. Не терпится, не терпится. Это Юна. 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 Девочка с ошейничком. Красавица. Черненькая шаль. Да, Прима. Прима, мама. Мамаша. Мамаша всех. С длиннющей шеей. Красавец. Уник вышел сегодня с этой партии. А это дочка униковая. Уникальная дочь. Да? Похудела. Похудела. Очень много бегает. Избегалась вся. С щенками ей прям раздолье. Она молоденькая. Ее тут распирает на активность. Такие вот у меня малыши. Ой, боже, еда, еда. Самая красивая часть грейхаундов – это грейхаундовские попки. Да, всем очень хочется поесть. Всем очень хочется. Ладно, идем их уже кормить. Да, Уника, как же иначе. Атака голода. А, красивые у меня собачки, правда же? Все до одного. Так, это моя мамуля. Щенков сейчас запустит. Не знают все порядки. Все порядки знают. Да, Унечка? Ожидание завтраков, обедов, точнее обедов, это да, это что-то с чем-то. Юна. Так, Юночка. Мамуля уже нервничает, что ее не слушают. Мамулечка, не нервничай. Уник очень кушать хочет. Уник очень морим голодом. У него, у Уника случается каждое утро одна и та же история. На него начинает нападать голод. К обеду он идет воевать с голодом и будет его побеждать. Вот они, мои красавцы. Уник все дождался. Прима. Прима голубенькая. Ой, ой, ой. Катя. Катя. Ну все.